Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Григорьева Анастасия Владимировна, педагог-организатор ГБОУ «Школа 1631». А какие ваши впечатления о проведении данного мероприятия? Если говорить о мероприятии форум «Инженерный старт», то впечатления достаточно положительные. Огромный интерес вызвало у обучающихся. И я могу сказать, что для педагогов, которые сопровождали наших школьников сегодня, нашлось также немало интересных площадок для дискуссий. А какое значение имеет проведение данного мероприятия для школьников, для студентов? Школьники, имеющие опыт работы на базе центров технологической поддержки образования, в течение, в нашем случае, летнего периода, во время инженерных каникул, на данной площадке могут представить свои лучшие работы, защитить проекты и представить их широкой общественности. Мы проводим работу, начиная с 6 класса, и уже сегодня на данной площадке у нас представлены два проекта обучающихся 6 классов, выполненных на площадке ЦТПО РГГУ и ЦТПО МГТУ «Станкин». А есть ли какие-то понравившиеся вам проекты от школьников? Да, мы прошли уже в начале нашего посещения всю вот эту вот выставку. И можно сказать, что многие проекты нас заинтересовали. Особенно интересно обучающимся практикоориентированные проекты и проекты, которые, в общем-то, взяты из повседневной жизни. Еще такой вопрос. Есть ли какие-то пожелания в дальнейшем вот, школьникам, студентам? На мой взгляд, мне кажется, необходимо расширить число участников данного мероприятия, дать возможность участвовать обучающимся, начиная вот буквально с 5 классов, и показывать здесь, не бояться показывать здесь свои самые разные смелые идеи. Ну и приглашать достаточное количество учителей, чтобы знакомиться не только с проектной деятельностью, но и находить время для общения с профессионалами, такой вести профессиональный